Да, еще МК не было, кстати. В смысле, там, блядь, 4 мага было на Изи. Не, я про Лура имею в виду, наверное. Я был там, не помню. А секси трех хитрый жог, блядь. Сделал себе дворфа нахуй, и все, его на заменуху посадишь, блядь. Вот в дефюри зашел, с ума тебе, дефюрика. Арина Рейсер, что ли, нет, что? То же самое, приговор с вэпоном в донате. И как его на замену посадишь теперь? Ну. Да, Зидон, ты слышал? Мы после ВК быстро в Накс сходим на двух боссов там. Да, там шмотки падают с боссом. Саш, ты его соло встанешь, я там не нужен, мне капу что отбивать. На сегодня последний день арены. Да успеешь ты капу держать. Там буквально вот убить Глута, первого босса, и Мексикану, или как там, паучка, все там. Мексикану. Глут это третий, а Мекс на... Я тебе там не нужен, вы пройдете его за 10 секунд. Зачем тебе там второй танк? Только ты назвал боссов, которые почти в концах квартала, что один, что второй стоят. А ну Бриканы еще там есть там тоже. Потому что у меня Бриканы там первый босс, по-моему. Ну Бриканы? Знаете, фулл баф, старую рыбу. Войд Фьюри нету до сих пор. А, все, тут. Есть. Давайте фулл баф. Так, оптик с ДД. Ждем 4 хила. Так. В принципе, все, давайте еще раз еще напудаю. Блять, как вспомнить, чемпионы эти, блять. Убивать их. Блять, где убивать? Лакрима снова не пришла, надо разжаловать. Вызбой. Слышишь, Бёрн, можно я выпью этот личкинговский настой? У меня там от алхимии апается там на 70 ПД больше, чем с БКшного. Ты, наверное, этот... Мысль, надо качать БКшный тогда. Так я делаю квест, у меня ещё там... А чё мне полреда без химии? Химию прожали все быстрее. Рембитер, ты чё, куда ты делся? Дропнул, сейчас захожу. Блядь, в тягу, может, 2 метра влагаешь постоянно. Будет ли король без химии? Гудлик, блядь, ебал. Кару. Ребизер тут на связи. Давайте. Да, да. Да. Первый раз. Два. Все, давайте. Собираемся. Ёпта. Снова смотрим. Уже выходите быстрее, но. В дефюри дай Берту в мире. А зачем? А хотя стой. Нет. Не вер. Снабль-то, пожалуйста, просто, ага. А у меня реблинк тыкает либо глыба. А, я понял. Ну, глыба туда тыкать. Забираем босса. Босса забрал. Да чё с ним? А ребизер по мне был баш. Нормально песня тогда начал, как она переделала. Бобро, ты ничего не попаду. Бобро там ауешен под боссом. Да кого там волнует, блядь? 17к давай, блядь. Зорки 10 дает мне ливер, блядь. Таким под боссом был. Да за все в босса. Идеального Снобль до убить. Слушай, если знаешь, кому дать МК, то я могу... Так, сами быстрее убили моба. Черепа
бочек убейте. Я? Сразу лезьте, умеряю бафы, дайте. Цели, держим дистанцию, метров 10, пожали. Это что, наглое оружие? Забафай, забафай. 4, 3, 2, 1. Не надо, дипи босса. Дипи босса сам все сделаю. Мы же поменяли тактику уже, но вообще. В принципе, это лишнее движение будет добавлять. Держим, может быть, да? Померим. Ужасно бить. Ой, далее Инер. Бейте, бейте. Ничего не подходи, Гудвик, сейчас я разморожу. Боже. Вперед. Я хватаю стоящую, донт или ходячую. Давай. Может, попинайся пока. Ой. Все, бейте. Бейте. Кстати, ведь его ко мне, подойди его ко мне потом. Мы поклеивали немножко, когда лужа появится. Ну уже будет 3 секунды. Так, смотрим лужа. Сейчас будет. Помогнем. Уже аккуратно. Нормально, так дальше. Бейте, свечните. Да, бейте. Трич, ты где? Трич, ты куда съебался, блядь? Ну, я к стенке отошел, мне что, вредит стоять, что ли, на мне же? Блядь, он далеко так же. Че парень с него? Меня надо будет разморозить. Черепочек нету. Не разморозить, потому что. Тенка разморозить. Ну, череп разморозить. Тенка, череп разморозить. Отлично. Все. Я забрал. Дрища. Заберешь? Все. Бейся. Готовься, скоро уже будет. Больше ТПС. Что такое? Уводи лужа. Донт, уведи! Блять. Уйдите, отойдите. Немножко справей, станьте, милики. Прохил Донта, прохиливайте. Все, сразу еще подальше отвези, пожалуйста. Сейчас на пул у меня там босс, да? Хорошо подбирается. Очень хорошо, молодцы. Отлично, под первый щит стакнулись все. Ближе станьте. Под первый щит. Все ближе. Да, вот щиточек. Фридом нужен. Так, смотрим. Одолели камеру все. Посмотрели. Просто красиво бегаем. И все, побежали. Давайте. Черепочек, отошли. Сейчас после стана встаньте спиной в стенку. Я чуть-чуть отведу босса, чтобы не отлетали. Вы умрете. Фридом. Сразу после удара сюда подходите поближе, потому что чтобы 20 лет не спалось. А черепа всего дерева. Идеально. Да. А сколько все дается этих самых врезаний? 4, да? 4. Норм. Следующий стерия будет. Сейчас спину встали, чтоб не откинуло. Стакнулись. Камера, ну смотрим череп. Череп это что все, агрессивно. Гриснем. Не надо мне еще докрывать откроет. Поближе РДД. Тут там по старкам. Умеря. А они пенешки или нет?
Так, ну прыжки по ДПС очень хорошо сейчас. Если сейчас врежется, мы спокойно проходим по таймерам. Тем. У нас ДПС-то немного, они, похоже, понерфили. Отошли от реанализера все, от черепочка. Нет, они бы объявили об этом на форуме. Нет, без нерфа, это все идеально просто. Просто никто не умирал. И нам повезло с лужами. Ну как никто? Ну смотри, мы червяков убили еще до выхода до Ануба. Ой, Ануба, это Варёва. Мы просто лучше сыграли и все. Ну, возможно, прям вообще красивенько. Слушай, что, на 50 на 50 делаем? Нет. Можно я скажу? Я, короче, ходил с ГГВП в десятку и ВК. Они знаете, как Рёва, короче, убивают? Они и в 25-ке так делают. Бьерн, видишь меня или Донт? Я пока смотрю, разбираю. Вот, Донт, смотри. Ну, в угол стакаются, это хуйня. Да, в смысле хуйня? Они, короче, все в угол сюда стакаются и все. Перед тем, как он будет отпрыгивать. Я знаю, я видос. Смотрел. Я отойти надо. Типа, это не играет особой роли, ты понимаешь? Но мы вот сейчас мы разлетались вот где-то на вот этот диапазон. Вот от столба до столба. Это типа вообще никак не играет роли. Типа, от того, что типа всем из одной точки бежать, ну, это камон, это просто черепка. Это роль тех, у кого есть кожевника в качестве. Только кожевники. Зачем? Зачем вы ГВП обсуждаете, если они так делают? У них три хила идут, у них ДД не хватает. А он про ГВП альянсерскую говорит, который одного босса закрыли. Ну я про них и говорю. То, что они так делают, потому что у них не хватало ДПС. Да дело не в этом, я просто сказал, что вы доебались до меня сразу. Щит на успех. Оптикс. Можно меня присумонить и быстро в Далран слетаю? Я за душами быстро слетаю. Полминуты. Да, ну я понял. Нужно, что ли? Да, неправильно. Ну сними, пожалуйста, секси-тролль 25 гп, я что-то А что ты себе этот щит не берешь? Подожди, а почему 150? Здесь 50 стоишь, шматка. Он успех забирает. У меня есть щит этот. Танку 26. Ну как демону, я думаю, нормально зайдет, потому что несколько хритом, а мне как Ну я лучше Элмерия дам. Ну смотри сам. Не утомимая. А не утомимая, это у нас ДЦ. ДЦ нахуй не надо, остаток. Ну, Эрдру можешь забрать, не знаю, что идеально, ничего не забираешь. Эрдру должен быть, он, да, идеально должен забирать. Ну, у меня ПРа нету, я и не делаю роли. Хостовый пояс. Ну так он тебе от приори пойдет. В смысле приори? Подожди, и арканов нету. Ну и арканов. Крит хас нету, шмоток с этого. Ну, значит, аркан будет туда Алмерия. Вот тем более у Алмерии 226 пояс. У нас... Так он пишет все остальные. А я чего не могу найти Алмерия? Влад, поговорил, что по нерфикам. Так у нас ДПС на 34 поднялся. Вообще. Конечно, ебать, если бы я ж не сдох, вообще еще больше было бы. ДПС отдало, потому что... 35,5 было бы. ДПС прибавилось, да. Потому что у нас есть демон лок. Вы смотрите, все... Тут не только демон лок, тут просто отыграли еще лучше. У нас в прошлой трое был демон. Да. Да, просто кидало на одного эту... Ну, во-первых, хапнулись, во-вторых, да, типа, повезло с плевком, и плюс, типа, люди нормально отыграли, вот и все. Типа, нормально ранжу держали, даже ничего говорить не надо было. Да-да, нормально вообще все. Сам популярный. Тоже есть. Сейчас мне тоже присумник нужно будет. Невер, согласись, что подбочку закрыли, да? Ну, блин, ну, да, но никак. Десятку закрыли. Локи, поставьте шкаф в шкаф. Пятеро, четверо. Никто шкаф не может трое. Поставить. Двое. Один. И Гудзи красный. Колоссум присвечат. Танка демон, да? Да, танка демон. Просто я тут те 60 хосты хотел в СПД пирать. Гудлик, это потому что ты тотема не искал. А дрищих искал в этом рейдере. Дрищ умер как герой. Вообще на пол.
Лопсис хиля спекнулся. Или в 4 закроем? Не, тут жестко много. Давай, там. 5. Давай, спекайся. 2 сокры будет, хорошо. Короче, я сегодня Ршама и Кару закрыл. Есть, секси-тролль, иди ко мне. После Накса, как сходим в Накс, будет какой-нибудь десяточка какая-нибудь, либо ЕВК. Ты, блядь, это... Убери! СС, раскиньте по хилам на всякий случай. Порошку хорошо, параваражи порошку. Тенку по идеальному. Гудлик по неутомимой. Кару по оптиксу. Все, донт у нас МТ. Оптикс похавает. Под каждый вулкан мы отдаем 2 сокры, ШВ и айсбаунд. 2 минуты КД. Не забудь потом снять с рыбы, если бы я забыл снять. Только баф не поймай на еду. Все. По 8 секунд жрит, спасибо. Запускаю его. ДБМ озвучьте, а то не видно, пожалуйста. Минута там, когда, гном, когда гном запустится и ну, умрет туда, готов фласки свои. Ну что там, писали вам эти Энзо после вчерашнего наших походов? Да. Мне сегодня писали. Чем тебе писали? Сказали, что мы их обосрали на самом деле, что вопросов нет. А, я думал, стрелку типа... захотели там набить. Не, они... Они разобрались, как было, что они, блядь, признали, что они меня вчетвером прилетели бить. Одного, типа, что это некрасиво, как бы. Если бы там просто один пал прилетел, меня шотать, а таких же четверо на меня прилетело. Так, паладин, отдайте холи паладину, это, огонь. Оптиксу. Ну что, на Толгороде убили? Первый прожмешь, потом отожмешь, я заберу третью. Ой, заберу огонь, и вы заберешь третью. Все. Убили этого босса ебана? Да никто не убивал. Нет, никто его не убивал, да и я пока тратить его не буду, его должны понять, там реально очень больно прилетает. Сколько там до пула? Влад. 12 секунд. 12 секунд. Отлично. Я скажу, что 12 секунд будет. Блядь, бронепоты, сука, не взял. 3 секунды. 1. Немножко евро начал, блядь, набирать уже. Ворот еще был. По воротам заехали, бегом. Фул ДПС по воротам, босса ставить. Блядь. Кару. Кару прохил. Ай, Кару вышел. Так, ЧП дай бы бичу. Играем по госпожам. Заберите с меня госпожу. Метку череп. С остатками сейчас следите. Метку череп бьем, ребят. Рэмбизер следа. А, вы череп поставил. Надо залить. Скоро помогите захилить метку. Метку 3 секунды. Метку. Сейчас вулкан появится. Сдадим Геру под вулкан. Вулкан. Фулл ДПС. Стаки заберите, Геру дали. Ну, давай свой Т4. Оптикс прожимай. Давай. Давай, забрал. Быстро заливайте. Мобов сейчас играйте. Кастер, отойдите от мобов сейчас. Который выйдет. Я тоже отдал. Бро, вышел среда там? Вышел. Да. Залили быстрее крышу. Все, бьем босса. Стаки забираем. Танк вышел, ага. Готовьтесь, портал выйдет.
Под следующий портал зайдите свои личные прожимки под ДРТЗ. Ну, под вулкан именно. Не под портал, а под вулкан. Залили портал. Быстрее портал. Пошел. Заберу. Нужно тренироваться, чтобы одна госпожа была. Череп псичный без. Дрищ. Таки. ЧП залей в Вейлер. Иннер. Так, ну там. ГГ с ним, дай гипноманы. Гимноману там тотем. Шаман, ставь раз. Эллер тотем ставь. Тотем ставьте по команде. Тотем. Сначала дается гим, потом тотем дается. Успеете прохилить? Хребаты ушел. Бля, хребаты оставил, конечно, лужу. Сейчас инфернала будет. Да, сейчас Оптик инфернала. Забери, у тебя первый будет. Инфернала, свичную скатал. Быстрее, быстрее. Вулкан, вулкан, вулкан. Дон, давай ты 4. Оптик с огонь возьми. Ну и свой до 4. Прожмешь. Лимбизера прохил. Лимбизера хилим. Да, так оно видите. Заливайся. Отлично. Тоже обрядки. Ну ты мимо вышел следом. Хорош. Били кастера, отошли, 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 отошли кастера. Добивайся быстрее этих. Мили, прижмитесь. Так, сейчас разберем. Идеальный вставай, у тебя должен быть. Кастеры, ты, стаки, 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 стаки на боссе. Так, драйнер вставай. Идеальный БР Тенко. Вади Фьюри БР Гудлика. ЧП. ЧКД, да? Нет. Рембизеры БР. Ковараджи побежал. Прохил Ковараджи. Раздали БР. Есть ним попрохил. Ворота заиграли. Ворота, только ворота. Идеально подними кого-нибудь, кого видишь. Стаки. Друзья, почему мне не показывают КД? У кого нет в КД? Крипатый вышел. Госпожу сыграли. Ладно, тогда так добиваем. 15 секунд до извержения. Не-не-не, да с госпожи сыграйте. Госпожу допили. Лоу хп, что добейте, черепочек тоже доиграйте, в центр босса сейчас поставлю. Так, мы будем дефиться или как? Да-да-да. Добивать босса, да? Вулкан вышел. Берите босса все. Босса. Дай Т4. Я войду от хилю, хиль тирает. Я Т4 свою. Толкни вулкан. Толкни его камбер сюда. Что-то пошло не так, блядь. Убивается 3%. Массакры, поздавайте Массараура. Уже сдавали. Быстрее. Все, отца. Ужасно. Я сказал да, я имел в виду, мы будем големов убивать. Да уже ладно. Ну там 8% осталось просто. Все, вы лутанули? Решение ищи, точка. Да, лутанули, да. Идеально надо? Так у него и... А, наруч. А что там? От кожи? Да, вообще никто на меня опыт, блядь. Дерьмовуд, блядь. Так, кто у нас ролил... Так, кому трофей нужен пусть встреча? На мейн спек. Последний остался, четвертый. На офф. Идеально тебе на мой спек нужен? А, нет, в этой фьюре тебе на офспек, да? Угу, последний, четвертый. Ну, пароль тебе киньте ролл. Лопсикс 1, в этой фьюре 46. Так, и... Утешение. Ну, это мимо 26-92, хилуйся. ГЦ не то мимо. А, все. У меня не это. Линканите ДПС. У меня рекаунт забагался. Сколько там дом по тринкам у нас в ВК, я не помню. 400, да? А у Мири 22 тысячи, ну.
Мере вам пальцем не делал, блядь. Дело на торис. Так, смотрим. Это вам не зорки. Да, это вам не зорки. Так, 700. Так, и, блядь, опять плач на танк. Дон, будешь забирать? У меня есть. А, у тебя есть? Новый спек. Дивюри есть нормальная мишка, так что да, мишка. Неутомимый ГЦ. Тринк. Дайте столик, пожалуйста. Маги, столик, запускаю босса, все, уходим оттуда. У меня уже достаточно. Бою вы встретите... Поставьте рыбу. Кстати, Саш. Да. У меня есть вот такая штука. Покажи. Вытягивайте все тепло земли вокруг рыцаря смерти, враги на расстоянии 10 минут. Короче, трапа фантовская, ауешная. Она примораживается. Угу. А сколько КД у можно... него? 2 минуты. Можно минута. Минута. Минута КД. Можно сделать как? Я пойду грипну к таргет и всех остальных заморожу. Нам еще один ДК нужен сюда сейчас. Хотя бы. У нас хитрота есть. А что ну, было на замене? И еще один ДК. Да, хрипат и еще один. Так, попробуем с этого самого ДК отгоним, что получится. Смотри, ты грипаешь, хрипат, а второй грипает. Мы будем начинать не с... как мы начинали тогда, а будем начинать с краюшка. Так, сейчас посмотрим. Будем... Два гриппа это мало, нужно три. Поставьте рыбу. Так, Антон. Ой, рыба, наконец-то. Ты смотри, Дон, что ты... Начинаем, допустим, отсюда начинаем. К примеру, да? Вот, ты первый гриппаешь вот отсюда. А здесь свет будет стоять вот по щитам этим, где я прыгаю. Я тут, ну... Вот. Хрипаты себя пригриппают. Все, вы будете играть в врагу первого. Так, дальше. Какой-нибудь зорки выйдет в центр, забайтит всех остальных. Нет. В смысле? Да нет, зачем? Давай сделаем, как в тот раз убили, просто грипнем первого, блядь, и уебнем, и все, и дальше будем смотреть. Чтобы, если будут кастеры сидеть на танках, вы не убьете. Так, и танк, просто сложат. Вместе они прибегут сами. Если не прибегут, зорки забатят. Если не прибегут. Если прибегут, ничего выходить никуда не надо. Так. Ты не чавкай там. Дальше. Понятно. Кстати, я жрать уже тоже захотел. Замутить. Это Донца, его нельзя замутить. Бля. Ну ладно. Там кирешки хавает там. По хрусту еще слышно, что там с хреновиной кириешки, блядь. Я просто сказал, откуда. Так. Так, весь рейд идет под левый щит Альянса. Так, Донт, мы с тобой идем направо. Как только ты грипнешь, сразу уходи под замораживающий. Ну, ты понял, короче. Два хэпала, меня хилит, идем сюда. Если надо будет помощь, прошочек идет на ту сторону. Там будет хилить, а Оптикс будешь Оль, на мне сидеть. Так, по контролям, поехали. Драйнер, так, ты сядешь на мага, это самое, если что, на мага кинешь овечку эту свою и позбиваешь ему косты нон-стопом. Эллер то же самое, можешь магу, вместе с магом будете сбивать ему косты. Шаман Эдвер, который. Так, дальше. На ромбик сядет у нас хрипаты. Хрипаты будешь ему сбивать косты, именно ауешные. Так, дальше. Слушай, ромбика, который. Объем. Он самый тонкий там. Блять, вы грипать будете, ближайшего... мы... вы будете грипать рогу и пиздить его сразу. Если мы через грип, то нет разницы, рогу или лока. В смысле нет рипа? Ну представь, я стою в центре, мне дороги дотянуться и до лока почти одно и то же. Нет, блядь. Рок я... с краю, легче тебе будет. Я вот сказал, встать вам... Так,
Так я ж не буду вторая гриппать. Вот метка печенька, я вам сказал туда стать. Ой, ладно. Просто рогу убить сложнее, чем рога. Рог 5 миллионов совсем тонкий, рога 7 миллионов. Понимаешь то, что, ну, я просто не знаю, в тему не в тему будет, просто маг и лог опять же людей будут шотать. Там такой дамаг невъебенный. Типа урон от ружки поэтому... можно захилить. А у нее там тикает по 6 тысяч в секунду, это можно захилить хотя бы. Поэтому я и говорю, что нужно кастить просто сразу. Давай тогда лока, потом там посмотрим. Потому что рогу можно кайтить через трапу просто. Тогда Алмерия и то самое Вуди Фьюри, вы сидите на ханте. Алмерия кидает шип, после шипов пойдут ветерки. И Вуди Фьюри, ты приоритет будешь там кого-нибудь корни кидать. ЧП, ты у нас, если сорвется какой-нибудь рога в рейд, ты поконтролишь рогу там. Станы там даешь ему тоже ветерек, корни и так бла-бла-бла. Встаньте так. Все в печеньку, чё вот, одна пачка, одна там. Так, Дон, где рейд лучше с этой, да, если ты хочешь лока тянуть? Тогда лучше в ворота встать. Ну, лучше с этой стороны. С а нам лучше. Туда пойти. Да, они вот тут встанут, вот, вот тут, где вы выходил, ну, выходит. Где лучше. Щит хотя бы вот здесь да. Нормально будет. По щитам будете стать по щитам, так? А нам на ту сторону надо будет идти. В смысле, куда вы пошли? Здесь я буду здесь вот мобов держать под этим щитом. Лё. Ну, а лог щит второй альянс, вот где сова живет. Тут лог ближе. Да. Видишь, вон лог, где стоит трон. Ну ладно, тогда пошли на другую сторону танки. А вы вон руку там. А вы щит, который противоположный, вон тот. Так, оптикс и поршочек за мной, остальные все туда ушли. Андрей, что стоишь? Дочь, перебегай. Так, Дон, тут остается тоже. Я с Годликом общаюсь. Идеально, тоже переходи. Да я здесь, у меня фриз. Все, ждем тут себя, пока ты фризишь. Слушайте, пацаны, а если пыль забилась в это процессор, блять, от этого может лагать? Да. Конечно. Не лагать, это ротинг называется. Тебе не лагать, а фризить именно, да? То есть моя игра, то есть да, FPS присаживается. Может фризить, я хуй знаю. Конечно. Конечно, это... Комп весь надо чистить раз в месяц хотя бы от пыли. А. Насасывает нормально. Не слушай, я год не чищу нормально. Я два уже и нормально. Я 5 лет не чищу. Да сейчас ждем, блядь, в катке в доте, да, хоть 7 часов загружается. А просто до комнаты убираться, чтобы не чистить. В смысле, я вот последний раз первый загрузился. Ладно, идеально загрузил, отлично. Идеально. Отлагал? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Все, иди, при... пока, да, иди на другую, на ту сторону. Так, включи на пол. Подожди, подожди, подожди. Слушай, подожди, подожди. Хапало, бронепод есть у вас? Залагал. У тебя есть оптик с бронепод? Давай я тебе дам поделюсь с тобой. Ну, на всякий случай. Чё толк? Есть толк? Лока начинаем, я правильно понял? А то что-то обсуждали, Да, лок.